Здравствуйте, в эфире «Наше время», в студии Елена Макаренко. В первые дни ноября в Барнауле пройдет большой международный форум «Молодой учитель. Формула успеха». Он объединит несколько сотен молодых специалистов и экспертов сферы со всей России, а также из Франции, Монголии, США, Германии, Китая и Великобритании. С какой целью проводится форум, почему именно на Алтае и чем он полезен для молодых педагогов, спросим у директора Института дополнительного образования Алтайского педуниверситета Лидии Веретенниковой. Здравствуйте, Лидия Анатольевна. Здравствуйте. Но прежде всего объясните, почему так называется форум «Молодой учитель. Формула успеха». Вы знаете, форум, к которому мы сейчас с волнением готовимся, он является одним из ключевых мероприятий системы постдипломного сопровождения наших выпускников. И мы решаем такую важную, я считаю, и для края, и для нашего вуза задачу, чтобы наши выпускники не только пришли в систему образования Алтайского края, но и произошел так называемый процесс закрепления. То есть, если в течение 3 лет после трудоустройства выпускник закрепился в школе, то, как говорит статистика, он останется в ней работать или будет, по крайней мере, работать в сфере педагогической деятельности. И у нас все мероприятия, которые мы проводим с этой целью для молодых педагогов, идут с использованием бренда «Молодой учитель. Формула успеха». Потому что мы считаем, что главным, как бы, механизмом закрепления молодого педагога в системе образования это есть именно возможность испытать успех от той деятельности, в которой они участвуют. То есть вот это ощущение радости от профессиональной деятельности, состоятельности в профессиональной деятельности, высокой оценки со стороны коллег, родителей и учеников. И вот та радость, которая в связи с этим получается, ощущение вот полноты жизни, осмысление ее по-новому, то, что жизнь проходит не зря, то, что я нужен, то, что я имею определенное значение в обществе, это очень важно. И поэтому каждый молодой педагог должен, мы считаем, для себя вывести формулу успеха. Конечно, она может быть индивидуальна по содержанию, но она направлена именно на то, чтобы состояться, на найти себя в профессии, стать успешным человеком в целом. А в каком формате пройдет форум и в чем его специфика? Вы знаете, тоже хочу сказать о небольшой предыстории этого мероприятия. Дело в том, что на одном из совещаний наш проректор, первый проректор Борис Алексеевич Черниченко, причем заслуженный учитель Российской Федерации, в полудискуссии спросил, а часто ли мы нашим выпускникам задаем вопрос, как живешь, молодой учитель? И вот этот тогда, по сути, риторический вопрос подтолкнул нас к проведению ежегодных таких мероприятий, либо в формате конференции, далее о формате форума, который именно направлен на то, чтобы понять и, пообщавшись с молодыми педагогами, осознать, какими они проблемами живут, что для них важно, актуально. И на первой конференции у нас был интересный опыт, потому что, когда мы пригласили молодых педагогов, мы подумали и опасались этого, что обсуждение упрется как бы в проблематику социально-экономическую, и мы не очень здесь сможем быть полезными. Но нас порадовало то, что молодые педагоги задали такие вопросы, сформулировали проблемы в области психолого-педагогического сопровождения их деятельности. Их, например, волновало, как выстроить работу с родителями, как грамотно найти баланс отношений с коллегами, гораздо старше тебя по возрасту, как найти подход к старшеклассникам, как выстроить свою профессиональную карьеру, если ты работаешь в сельской школе. Конечно, были вопросы, связанные с участием в социальных программах и с ипотечным кредитованием. И мы в первый день собрали на круглых столах, вот это проблемное поле очертили, а на следующий день мы пригласили экспертов, которые ответили на эти вопросы. И вот нас этот опыт вдохновил, и в дальнейшем все это развивалось, и мы перешли к такому интерактивному формату, когда в первый день мы определяем еще гораздо раньше этого мероприятия тематику площадок, которые формулируются на основе изучения, мониторинга проблемных затруднений молодых педагогов. И вот именно те вопросы, которые вы озвучили, будут обсуждаться на форуме или еще какие-то? Вы знаете, круг дополняется, он постоянно обновляется, и даже те интерактивные площадки, которые были в 2016 году, они сейчас переработаны и дополнены, и поэтому на текущий момент на форуме, который у нас состоится 1-2 ноября, у нас обозначено, сформулировано 12 интерактивных проблемных площадок, то есть 12 проблемных направлений деятельности молодого педагога, в этих направлениях мы хотим оказать сопровождение, поддержку и помощь, сформулированы и заявлены на форуме. И формат работы, он именно интерактивный. Молодые педагоги, они заранее
определяют для себя ключевую проблему, и они работают на этих площадках, и по результатам работы у них будет готовый проект, как решить эту проблему, и на него легко накладывается я-стратегия, то есть как я могу решить вот эту проблему в своей профессиональной деятельности, конкретно в этой школе, в которой я работаю. И вот это у нас является главным результатом, на который мы нацелены. Я скажу так, что в этом году мы еще и дополнительно, у нас на второй день будут сессии от экспертов, портфель компетенций молодого педагога. То есть мы не только вот эти проблемы обозначим, но мы дадим дополнительную информацию в таких сферах, как молодому педагогу открыть НКО. Мы продемонстрируем возможности технопарка Алтайского края Кванториум 22 и тоже как можно учеников привлечь к изучению дополнительных образовательных программ. У нас большим спросом пользуется сессия от ландшафтного дизайна, который проводит экологический, краевой экологический лицей, потому что многие педагоги сельских школ, они вот еще и как бы реализуют проекты в этом направлении. Ну, то есть вопросов много, и очень все они много. Нацелены, я так понимаю, на поддержку и помощь молодым специалистам. Да. То есть правильно ли я понимаю, что одна из главных целей этого форума – это повышение престижа профессии учителя и закрепление как раз вот молодых специалистов в школах? Ну, я хочу сказать, повышение престижа, да, возможно, мы и так с огромным уважением относимся к педагогам, к нашим коллегам, и, безусловно, вот это образовательное пространство, которое генерируется во время таких форум, обмен мнениями, мы считаем даже главное направление все-таки деятельности форума, это повышение профессионализма молодого педагога, укрепление его в профессии, ощущение успеха от этой профессии, и действительно раскрыть дополнительные возможности, которые он может использовать для того, чтобы ну, получить какие-то дополнительные бонусы, да, повысить свою результативность. То есть, и причем очень интересно тот момент, когда мы анализировали вот проблематику, выявленную нами в процессе мониторинга, то она очень четко как бы синхронизирована с национальным приоритетным национальным проектом образования, в котором как раз вот 9 федеральных проектов, и в общем-то они все тоже в том или ином контексте представлены на интерактивных проблемных площадках форума. А как при этом могут помочь зарубежные эксперты? Ой, вы знаете, дело в том, что нам кажется, вот зарубежные, так сказать, школы, проблематика совсем другая. Но я хочу сказать, что есть опыт, который очень ценный, и который можно преломлять к решению задач здесь у нас, в частности, в нашем регионе. У нас, например, у вуза очень тесные контакты с Восточно-Казахстанской областью. И вот тесные проекты с Павлодарским государственным педагогическим университетом, с госуниверситетом имени Шакарима, город Семей. И дело в том, что у нас с этой территорией очень много идентичных проблем. Тоже аграрная территория, много малокомплектных сельских и малочисленных школ. И вот эта проблематика очень актуальна. Потом всегда интересно молодым педагогам узнать, как работает молодой педагог во Франции, какие у него там есть проблемы. Потому что иногда складывается впечатление, что там существование практически беспроблемно, что там все хорошо. Но на самом деле есть проблемы, и ты просто смотришь, как педагоги ищут подходы к решению этих проблем, как им помогает государство в этих вопросах. У нас сейчас активно развиваются контакты с Китайской Народной Республикой, в частности, с Муданьцзянским педагогическим университетом. И, в общем-то, мы смотрим, что да, проблемы есть, и очень интересно вот такой контекст преломления международного, зарубежного опыта обмен использовать. Обмен опытом он развивает. Угу. И, безусловно, он расширяет границы, пространство, появляются дополнительные возможности. А что станет таким вот общим итогом форума? Очень кратко, пожалуйста. Общим итогом форума мы планируем. У нас во второй день будет проходить конкурс подготовленных на площадках проектов. То есть у нас будут как бы в процессе конкурса выявлены 3 лучших проекта первого международного форума «Молодой учитель. Формула успеха». И поэтому вот сам пакет 12 проектов по решению актуальных задач профессиональной деятельности молодого педагога мы затем тиражируем, мы сдадим и, в общем-то, я думаю, это будет очень хорошим таким материалом в помощь молодому педагогу. Ну, конечно, мы проанализируем, у нас будет реализация форума, мы проанализируем дополнительные эффекты, которые мы получили, дополнительную информацию, которую собрали. И все это будет работать на развитие как системы образования в целом, так и нашего педагогического университета, потому что, я считаю, педагогический университет является сердцем, скажем так, системы образования региона. Спасибо большое за ваши ответы, а я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания.